Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. И добро пожаловать в новую серию Майнкрафта, где мы вместе с вами сегодня выясним раз и навсегда, и в последний раз, уже реально в последний раз, кто же лучший майнкрафтер? Кто же лучший игрок в эту игру, а? Возможно, я. А возможно, ты. Возможно, в тебе скрывается потенциал, о котором ты даже не знал. Возможно, ты вообще супергерой или супердевушка. А, знаете что, давайте мы сегодня с вами будем необычными майнкрафтерами. Давайте мы сегодня с вами сломаем систему. Вместо лайков я сегодня устрою небольшой конкурс. Видите? Вот тут. Мой ник в Инстаграме. Сегодня 100 случайных человек, которые на меня подпишутся, получат от меня бесплатный лайкусик на их фоточки в Инстаграме. Поэтому чем быстрее ты на меня прямо сейчас подпишешься, тем больше шанса то, что ты сможешь получить от меня лайкусик прямо сейчас. И также, возможно, я даже сам на кого-нибудь подпишусь. Поэтому быстренько иди по этому нику в Инстаграм. Или в описании есть ссылочка на мой Инстаграм, поэтому по ней переходи, также подписывайся прямо сейчас. И также можешь поставить лайк. Мы, конечно, решили поломать немного систему. Сначала подписки, потом лайки, но все же. Я буду очень благодарен, если ты это сделаешь. А мы пойдем и выясним, наконец-то, кто же бог Майнкрафта. Пошли. Что, ждали? Да! Кто лучший майнкрафтер, а? Я! Головка вот того самого, пошли, давай! Сейчас мы Игорь, докажем ему, что он ничего не лучше, давай! Амьюзимент! Амьюзимент парк, пацаны! Какая тактика? Вы можете даже не пытаться, понимаете? Пошел ты в жопу. Зомби и инвазию. Я мастер на такая, потому что я знаю истинную тактику. Истинная тактика. Если больше умирает, тот и выиграет. Ага, тот и вы. Я уже говорил об этом, просто вы не понимаете. Отмазки, пошли. Жека, спрыгни вниз, пожалуйста, Жека, Евгений. Я с ними пошел, пойду поздороваюсь. Ну давай. А, стоп, не-не-не-не, они же умеют лазить по лестнице. По лестнице умеют, но по блокам не умеют. Давай, Жека, ну попробуй. Тест искусственного интеллекта. Давай. Здорово, пацаны. Ну вот видишь, они ничего не залазят. Смотри, здорово. Да ничего они не залазят. И так нет. Видишь? Здорово. Они не достают, они тупые, какие поумельцы. Видишь, все нормально же. Ты можешь вообще на первый блок. Вот. Типа, видишь, им вообще по барабану. Здорово, пацаны. А ты говоришь, залазят. Ничего они не залазят. Это мои братаны, пацаны. Пацаны, подбросаны. А ну на первый блок, а ну. Наивная. Изи забайтил. Да я просто самый смелый майнкрафтер на этой планете. И самый глупый, ты раз ты умер. Самый глупый. Я первый открыватель этого, понимаешь? Ай, Мюзимин, какой первый открыватель, тебя в каждой серии зомби убивают. Я в каждой серии первый открыватель, понимаешь? Первый подыхаю. С амнезией. Один раз открыл, забыл, опять открыл, да? Слава Флуди! Флуди! Это я сейчас проиграю, да? Не Флуди. Не Лава Флуди. Я проиграю, пацаны. Не знаю. Лава Флуди. Ты проиграл! Лава Флуди! Дэн-дэн-дэ! Давай, ты падла, давай! На! Так, что ты нажимаешь, Эдисон? Давай вдвоем. Раз, два, три! Ты собака, ты вообще-то первый умер, ты понимаешь? Меня подставили! Это тебе месть! Сколько коинов? Хорошо. Жопа тебе, Жека! Ты у меня на экране первый умер! Хорошо. Давай еще три... Ну, то самое. Ну, чтобы покой сделаем. Давайте, ну что ты? Давай. Раз, два, три. А я не понимаю, о чем мы вообще. Потому что ты дебил! Игорь, как ты успеваешь? Реакция, даже не знаю у кого. Тигра просто, тигра! Понимаешь, эрекция, тигра! Эрекция!
Хорошо, хорошо. Так уж и быть. Сколько у тебя коинов, Игорь? У меня 5. Кэмпграунд. 5 коинов! Я просто всегда лучший майнкрафтер. Что ты, передумал ко мне идти? Не, да просто тебе дверь открыл на всякий случай. Вдруг там зомби инвейжн опять будет. Тандершторм! Тандершторм! Тандершторм, пацаны! В смысле два раза молния шандарахнула? Все в порядке, все хорошо, Игорь бегает. Это моя тактика, Эдисон. Опа! А тебе не шандарахнуло? Нет. Ага, ну да. А, нет, шандарахнуло. Пацаны, хватит, пожалуйста, успокойтесь. Пожалуйста, не надо, я вас молю. Пожалуйста, нет. Ай-яй-яй, пожалуйста, не надо! Меня как жахнуло только что, пацаны. Не надо, пожалуйста, я вас очень сильно прошу. Эдисон, иди сюда. Почему? Привет. Почему? Почему мне надо туда идти? Да паскуда, как меня бьют! Паскуда, как тебя бьют. Тактика, пьяный мастер. Амузимент парк, пацаны, амузимент парк. Понимаете? Любите эту карту. Get inside! Если сейчас будет get inside, то это будет очень обидно. Игорь, ты где? Игорь! Здорово. Откуда ты сдал, Игорь? Мне кажется, кто-то читерит в этой серии. А? Или я просто разучился играть в лучшего майнкрафтера. Зима пискалась, пацаны. Почему? Почему сраный? Потому что вот так. Так карты легли, понимаешь? Карты легли. Картонки. А где Игорь? А, ты в дереве. Тандершторм! Пацаны, Тандершторм! Хорошо. Это нехорошо. Мне сегодня нравится Тандершторм. Да. Слишком рандомно. Ай-яй-яй, кому-то жопу-то припекло. Я в ловушке, тут везде огонь. Я горю в доме. Нахрен. Это дом? В смысле ты горишь? Последний удар такой на. Все просто. Подожди, сколько у тебя коинов, Игорь? Сколько? 9. Это я еще не стараюсь. 9 коинов. А где Игорь? Неужели он столько раз выиграл? Ой, лава флот, пацаны, ГГ. Да не, мы по идее выжим. Да я сомневаюсь. Пол это лава, пацаны. Игорь, мне кажется... Пацаны, она очень близко ко мне. Да мне кажется, ты не выживешь. Выживешь? Это жопа. Игорь, ухрень. Тебе, Игорь. Сколько тебе коинов, Игорь? 9. 9 коинов. Коинов. А у тебя Эдисон? 8. Амюзимент парк, как говорится, да? Так, пацаны, а до скольки мы играем? Мы играем до того, как я выиграю. Get inside. Такой get inside, и Жека взлетает, пацаны. Смотри. Get inside. Пошел в сраку, Эдисон, пожалуйста, иди в сраку! Иди в сракотан, Эдисон! Иди в сракотан! Амузимент парк! Опять амузимент парк! Что сейчас будет, Игорь? Get inside! Флуди! Флуд!
Не рой другому яму, мужик! Дебил! Ри-ра-ру-ра-ру-ра-ри-ра-ру-ра-ру-ра. Здорово. Здорово. Да шо ты дерёшься, собака-то такая? Упс. Я улетел, пацаны. Не только ты. Я, понимаешь, я чувствовал этот Гэтэн Сайд. Чувствовал, чувствовал. Но я не мог, он мне мешал, понимаешь? Он мне мешал залезть туда, я лез к Хэльсу. Амьюзмент парк, пацаны. Хорошая карта. Хорошая карта, Зэка. Гэтэн Сайд! Гэтэн Сайд, пацаны, Гэтэн Сайд! Лава Флу. Ла Калут. Ла Калу. Дебил! Ну, предатель, я с тобой не дружу, всё. Ну тут кто выиграет, тот и выиграл, короче. Нет, я должен сделать акты теракта. Да правда, это Музимент Парк заколебал уже. Дебил, ты что делаешь? Дебил, ты что делаешь? Ну, короче, пацаны... Пацаны, у меня 17 коинов, поэтому я победил. А, ну раз Игорь включил гейммод, хорошо. Раз Игорь включил гейммод. Все пошло по тому самому месту. Поэтому я предлагаю закончить. Нет. Пацаны, у меня 18 коинов. О, что за тинтираны, я не понял. Все, карта залагала, зашибись. Короче, ставьте лайкусики, если хотите продолжение. Если будет много лайков, то мы обещаем, что запилим еще одну серию. Запилим? Запилим, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем до свидания. Пока. Я дружу с идиотом, честно. Я это вам уже говорил, еще раз скажу.